когда началась война, все мы мальчишки, воспитанные на этом, в этом духе, конечно, мы все стремились попасть в Россию. Вторая война, Россия, тут все, вы знаете, все перемешано. Это один из самых сложных вопросов, которые до сих пор, я думаю, нам, русским, труднее всего разобраться. Вопрос, где наша Родина, где Россия, где Советский Союз, где русский народ. Это все перемешано, так сложно.